Добрый день. Меня зовут Геннадий Осипов. Сейчас я прочту для вас свое стихотворение «Мелодия и свет». Мелодия и свет ласкались и нежно-нежно обнимались. Мелодия стонала и томилась, в объятиях света жарких билась и в судорожной мелкой дрожи. Свет становился на нее похожий. Мелодия лилась, заигрывая мило, и в этом что-то было, было. Она запела, заструилась и на груди его забылась. Свет улыбался, веки смежив, он был такой румяный, свежий, а взгляд его такой был жгучий, а воздух был такой пахучий. Мелодия его вдохнула телом и в беспредельность улетела. А свет горел на небосводе уже в кругу других мелодий. Спасибо за внимание.